плотность тумана просто зашкаливает. Интересно, а что что на водоеме будет, если возле города такая фигня? Плюс один. А на реке тумана меньше, чем в городе. Интересно, какая? Осень, ребятки. Осень, осень, осень. Все желтое. Но красивое. Ну что, ребята, я снова на реке. Ко мне через несколько дней в гости приедет Леха Спирин. Есть у него канал на ютубе Spin & Cast. И будет он снимать видео для нового канала Crazy Fish. Компании Crazy Fish Россия теперь уже. Будет у нас 3 дня рыбалки на Оби. Ну и, соответственно, сегодня у меня рыбалка и одновременно некая разведка для того, чтобы понимать, что, как, где происходит, дабы нам экономить время и быстрее находить рыбу и получать результат, когда уже приедет непосредственно Леха в выходные. С момента прошлой рыбалки температура заметно опустилась у воды. Я рыбачил больше 2 недель назад, и тогда было 21 градус. Сегодня уже 15-16 градусов, в зависимости от мест, где я шел, было. У рыбки должно быть явно настроение вовсю кушать приманки толстые, поэтому сегодня собираю спиннинг хэвик до 50 граммов. Это мой новый любимчик, как выяснилось в прошлом сезоне. Спиннинг Ronin Rush Sonic. Длина у него 2 метра 43 сантиметра. Быстрый строй. Мощная, злобная, как раз то, что нужно для реки. И очень звонкая удочка. Классная. Пока что это у меня хит для рыбалки на Оби. Сегодня буду более внимательно относиться к фрикциону, потому что прошлая рыбалка дала мне 2 досадных схода хорошей рыбы, и уже дома, посмотрев видео, я понял, что, скорее всего, была причина в том, что был недотянут фрикцион, и он немножко проскакивал на мощной подсечке. В азарте ловли ты это не всегда понимаешь, а когда уже дома монтируешь видео и смотришь, четко видны ошибки, что же было не так. Поэтому теперь на подсечке он должен быть затянут намертво, а при вываживании должен быть отпущен помягче. Был вопрос, как я привязываю плетенку к струне в такой мощной снасти. В принципе, как и везде, я теперь использую узел клинч усиленный или двойной, как он правильно называется. То есть пополам шнур складываю. На двойном шнуре делаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Больше 10 оборотов особо смысла нет делать, шнур толстый. Вот, потом вот сюда вот пропускаем. Смачиваем, затягиваем. Получается очень плотный и очень крепкий узел. Его еще затянуть надо, умудриться. Не так это просто. Начну с небольшой приманки размером 7 дюймов и весом 50 граммов. Такие мясистые приманки однозначно оснащаю стингерами. Это Lucky John Кубира с такой swim bait. Проверим наличие здесь толстой щуки, потому что место как раз под нее подходящее. Грузик ставлю легкий, здесь получается общего веса порядка там 60 граммов с копеечкой, но, как показала практика прошлого сезона, у Соника явно есть запас поверху теста, и он до 60 общего веса справляется. Да, все-таки сенсорика у Соника пока что, наверное, одна из лучших среди тех удилищ, которые я пробовал. Сейчас стоит десятка, да. Да, понятно, силиконина 50 грамм весит, но силиконина как бы большая, парусная. Я против течения еще веду ее. То есть очень... О! Чего себе, чуть спиннинг не отобрал. Ну это походу судак врезал. А он четко мне тюкает в руку 10 грамм, когда приманка падает на дно. Это сейчас судак врезал. Большевато для него приманка, да поменьше попробовать поставить. Ага, вот. Бил и завернул хвост. С хвоста ее ударял. Не вошла в морду, походу. Я судака попробую приманочку поменьше. 6 дюймов. И вот такую прогонистую, тоненькую.
И крючок под хвостник, чтобы он не пакостил, ударяя в хвост. Забавно. Попробовал поставить приманки поменьше, 6 дюймов, 5,5, на которые замечательно у меня не клевали в том году рыбы, но эмоций нету. Что, обратно что ли возвращаться к здоровенной этой? Или попробовать перестановочку лучше сделать? Короче, кину сейчас большую и потом перестановку сделаю. Да ладно, прикол. Вот на эту здоровенную фигню он клюнул. Или она? Слушайте, да это походу она уже на поверхности. Не мог он в сказу вскочить наверх. Ничего себе фрикцион там затянул. Фрикцион, ты там вообще умер, что ли? Ну, по-другому тут никак. Это походу и не он, это походу она. Это был звонкий стучок-то, походу, не с удачей. Может, поэтому она и не среагировала на маленькую приманку. Жрать-то охота по осени, скажет. Чем мне твоя маленькая? Та-та-да. Такое редко бывает, что сразу с первой точки. Да, щука здоровая. Здоровая щука сразу. Маманя. Привет, звенящий фрикцион. Вот так вот. Соник не только звонкий, но он еще и фартовый, походу, у меня. Так. Так. Заходи, родная. Ё-моё, это реально крокодил. Маленький, но крокодил. Фу, так, душку открыть. Себя не потерять, угомонись ты. О, динозаврик сидит. Берем крабов. Берем крабов. В общем, с настроением крупной щуки все понятно. Бери больше, кидай дальше. Вот такой вот крокодильчик. Ну такой, до пятерочки. Уж не толще, до пятерочки. Взвешивать не буду, мучить долго не буду. Огромное спасибо за поклевку. А мамаша, как вы знаете, мы всех отпускаем обратно. Тем более, тут ни повреждений, ничего. Вот она какая красоточка. А, родная, домой. Красивая. И ушла красиво. Ну, водичка, кстати говоря, еще теплая. По сравнению с температурой на улице, плюс 2. 14, кажется, очень теплыми. Так, фрикцион сразу, пока не забыл. О, какой соблазнительный и мясистый свимбейт виброхвост. Сменил место, сменил на однотипное канава с тихим течением, опять же, недалеко от русла. Рядом бель есть, вопрос, есть ли там желающие эту бель съесть. Ну, кто-нибудь съешьте мою большую мясистую колбаску. Вот что-что, погода сегодня прям классная. Обожаю ловить хищника, когда вот такая вот есть легкая облачность. То есть солнце не яркое. Смотри-ка, чё. А ещё покидал в канавку, и произошло. И произошло. Произошло то, чего так хотелось. Крокодил. Ого, куда поехал крокодил?
Ты смотри, какая хитрая, да? С первого раза не поняла, со второго. Наверное, раз пять кидал. Но очень мощно толкается. Рациончик мягенький. Блин, приманку вижу, яркая, рыбу не вижу. Мама дорогая, ребята, это просто... Это червонец. Это десятка. Что делать-то? Я таких ловить-то уже разучился. Это десятка. Ё-моё, да вы чё? Чё-то этот пацак уже игрушечным кажется, а небольшим. Офигеть. Обалдеть там рыбина. Ёпарасы-то. Я таких как-то давненько не видел девушек. И что с ними делать? Вот это она здесь посидела в канавке. В ожидании. Фух. Это хорошо, здесь течения нету. Она погулять может. А так, ребята, она просто огромная. Она просто огромная. И она у меня в подсачнике. Я фиг... Вы видели этот трюк? И она из него вышла. Она отцепилась и вышла. Вы видели эту хитрую морду? Стоило мне чуть-чуть дать слабинку. Она умудрилась отцепиться и тут же развернуться на 180. Такая огромная чаша. Ну там за десятка, наверное, килограмм 12 может быть. Да и фиг с ней, что ушла. Я представляю, что бы здесь было. Считайте, рыбу видели, вес взят, мы ее в подсадчике подержали. А дальше было филигранное, поймал, отпусти, даже не притрагиваясь. Все. И слава богу, что она сама ушла. Я просто ловил таких огромных щук и знаю, какое они здесь безобразие в лодке вытворяют. И как бы, честно сказать, не было большого желания, ну, вот ее доставать, смотреть ближе, потому что, ну, это пипец, что они вытворяют. Тут там четверка-то тебе, пятерка весь мозг вынесет. А огромная такая тем более. Ну вот, Lucky John, Кубира, работает. Фу, что-то такое, все трясется нафиг. Не, ну, ширина спины там просто вообще дельфин целая, не щука. Вот и что вот после такой рыбы делать? Полное моральное опустошение. Сидишь как этот, блин, трясешься. Руки трясутся, ноги трясутся. Все-все трясется. Правильное небо для ловли трофейной рыбы. Только легкая подсветка и никакого яркого солнца. Нашел под берегом корешку. Очень интересная, прям на свале лежит. Попробуем в корешку сделать пару забросов. Нет. С коряги никто не клюет. Зашел сейчас на канаву, то есть вот видно хорошо, это более мелкая часть, здесь коса песчаная, а канава это тянется от самого русла, то есть здесь прямой выход с русла в эту канаву, и крупная рыба сюда любит подниматься. Вот посмотрим, что в этой канаве получится, не получится найти. Камера козел, потому что она, оказывается, не работала. Так, мне сейчас руку, по-моему, вывернет. Какой-то бронтозавр. Сегодня что за день-то? Если рыба, то пипец. Вы посмотрите, как она его согнула. Фу, блин. О, так. Какой-то динозавр влупил все-таки под песчаной косой. О, хорошо качает. Что там, вармышинг будет? Нифига у нее толчки. Вармышинг, ага. Вот вам вармышинг. Йо. Да ладно. Не может, блин, две десятки в один день клевать.
Но у меня что-то сейчас рука уже отсыхает. Фу. Так, и куда вот тебя перевести-то? А как тебя доставать-то еще интересно? Ура, моя. С этой руки сподручнее. Ну, что-то она вообще не собирается ко мне. О, снова эту мясистую съела кубиру. Ёперный бабай. Да не толкайся. Я же из лодки так могу выпасть. Так, приманку вижу. Бревно. Мам, дорогая. Она вернулась, ребят. Да она просто вернулась. Это этот. Тот же мамонтенок. Вон он. Мамонтеночек. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Ты куда пошла-то? Алло. Блин, там было все намного проще. Там не было течения, где клюнул этот бронтозавр. Динозавр, крокодил, щукарь. А вот тут течка дует приличная. Ее вот тут пойму. Завести в подсак. Ё-моё. Какая ты пухлая-то, ёп. Ага. Прогулялась? А мне-то что делать? Из штанов вытряхивать? После таких твоих прогулок. Ничего себе. Что грызается? Ой, блин. Ребят, на адреналине какую только дичь не скажешь. Как тебя завести-то, ёпрос-то? Всё бы ничего, но тебя же еще надо в подсак завести. Все, залезла в домике. В домике и закрыта дверь, чтобы не выскакивала. Лодку не толкай. А? Офигеть. Давно я не ловил таких, конечно. Сегодня какой-то день раздающий вот этих вот. О, напротив мотора видно? Мотор, и вон там вот рыбка лежит небольшая. Обалдеть. Я вот почему говорил, что я был очень рад, что та убежала, потому что если вы думаете, что это счастье, вот это исполина доставать из-под сака, это на самом деле такое себе счастье. Угу. Да, я понял, что ты большая. Не надо мне это повторять. Господи, бедные палоцы. Как они их ловят-то постоянно туда-сюда. Первая умница была. Сама отцепилась, отпустилась прям. А это что? Я понял, что ты большая и злая. Можно не мотать башкой? Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Потерпи, пожалуйста, чуть-чуть. Не мотай своей харей. Да понял я, что ты сильная. Ты мне сейчас руку вывернешь, дурочка. Если ты вывернешь мне руку, я тебя пущу на котлеты. Хорошие крючки на стингерах. Лидеровских. Аж отцепить не могу. О, ура. Так, весы на нуле. Оп. Разобрал подсак. Короче, 11 с подсачником. Все, кто ныл в комментариях, что им недостаточно нормальной рыбалки на моем канале, посвящается. Теперь рыбалка достаточно нормальная. Хороший хомяк. Вот первый хомяк был где-то примерно такого же размера, может больше. Только там было все намного проще и без течения, а тут еще и течение. И вот такой вот. Рыбсик, как говорит Санька, простая рыбалка. Ну все, даруем жизнь крокодилу. Мы таких есть, конечно, не будем. Они должны жить и радовать других рыбаков поимками. И, в принципе, тем, что в наших реках по-прежнему есть вот такие огромные рыбины. Сделай свой рывок в пучину морскую.
красотка. Хорошо, что ты не в ледяной воде клюнул. Я бы тебя запарился так полоскать. Я снялся с якоря, поэтому течение мне сейчас не мешает. Просто иду дрейфом, и она вместе со мной идет дрейфом. И. Пошла. Моя ты хорошая, пошла домой. Ну дай бог тебе здоровья. Ну и ответственный момент, сколько у нас подсачник весит. 900 грамм. Ну, короче, точно за десятка, там 10-100, наверное, была, потому что с подсаком 11, вот без подсака, значит, 10-100 примерно. Ну, красота же. Ну вот, кстати, я-то думал, сегодня все уже, финита ля комедия, а ко мне кто-то еще и приплыл. Какой ты фартовый Соник, блин. Это что за чудо-удочка? Да там всего лишь крокощук небольшой. Но даже небольшой крокощук, и тот позарился на большую приманку. Ну, как сказать, небольшой. Нормальный крокощук. Нифига она ее точила. А, нет, я думал, что она ее целиком съела. Это просто она так сбоку сложилась, приманка. А приманка все та же самая. Вот тоже перебираю целый день. Разные большие пробы, а вот к этой возвращаюсь, и вот кубира работает. Вот на нее клюет. Вон какой щукарь. Течение сильное, поэтому так просто его не дотащишь. Ну да, после тех-то это, конечно, уже так смотрится. Да залазь ты уже, господи. Вот нормальная человеческая щука, ее хоть можно, блин, за холку взять. Как она попалась вообще, за ус? Ее хоть можно за холку нормально взять руками. Ну такая. Еще и такую красотку нам сегодня подарила речка. Отличный, зачетный щук. Я вот думаю, эту, наверное, прихватизирую, потому что я что-то совсем домой сегодня без рыбки еду. Всех поотпускал, поамнистировал, а эту дали такую как раз столовую щученцию. Сейчас посмотрю. Если трешка есть, отпущу. Если трешки нету, значит моя. Ну-ка. И 2850. Отлично. Эта красотка едет со мной. Заход солнца у нас через 15 минут, поэтому, пожалуй, я буду выдвигаться уже на базу и собираться домой. Можно было, конечно, выжать еще чего-нибудь, может быть. Но что сказать, я сегодня нарыбачился просто вот так. Наверное, такая рыбалка бывает. Уж если не раз в жизни, то очень редко она бывает. Чтобы такие щуки и все в один день. Это обалдеть. Приманка дня. Вот эта вот колбаса 7-дюймовая. Lucky John Кубира. Спиннинг. Даже не дня, а спиннинг года и второго года. Это Ronin Rush Sonic. Блин, фартовый пипец. Мне с ним что не рыбалка, то какая-то раздача рыбы. Да при том крупной рыбы. Надеюсь, вам тоже понравилось наблюдать за мной. Всем счастливо, всем пока.